Больше новостей, которые оказывают влияние на каждого из нас, на нашем сайте. Ссылка в описании к этому видео. Группа конгрессменов направила в администрацию президента США письмо призывом к переговорам с Россией об урегулировании ситуации на Украине. «Белый дом его получил», — заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби. К президенту Джо Байдену обратились 30 членов Палаты представителей. Письмо подписали представители либерального крыла в Демократической партии. Кирби подчеркнул, что в Белом доме уважают точку зрения конгрессменов и их обеспокоенность происходящим на Украине. При этом он отметил, что переговоры невозможны без участия Киева, который пока что к ним не готов. На прошлой неделе российский лидер заявил, что киевский режим отказался от переговоров, продолжает обстреливать новые российские территории, используя террористические методы. Через несколько дней, по итогам визита в Казахстан, Путин подчеркнул, что Киев принял решение, запрещающее переговоры с Россией.